Это игра Gods and Glory, игра в раннем доступе. Это кровавые и беспощадные гонки со смертью. Все, что вам нужно, это добраться до финиша. Проблема только вот в том, что трасса будет просто переполнена различными ловушками и препятствиями. Вот такое интересное описание, мне уже оно понравилось, я думаю, игра будет очень интересной, поэтому берите печеньки и чаек, а мы начинаем. Версия, кстати, 0.3.1. Погнали. Нажимаем play, и здесь у нас есть какие-то новости слева, а справа у нас имеются карты, как я понимаю. А может быть и не карты, но скорее всего это карты. Давайте нажимаем, допустим, на первый. Так. И теперь нам нужно выбрать героя. У нас есть Джон и Джимми, ребенок и отец, также Эрл и семья Янгов. Отлично. Ну, пока что у нас доступны только Джон и Джимми, давайте их и выберем. Погнали. Так, мышку я убираю, она нам сейчас не нужна. Хотя мышкой вот можно вот так сделать. Ой. Я не знаю, что... Ой. Можно сына вертеть, можно главную героя вертеть куда-нибудь. Правой кнопкой мыши я не знаю, что делается. Но вот на левую кнопку мыши я могу ими как бы, ну, что-то типа управлять ими. Хорошо, поехали. Стрелочками у нас управляется все это дело. Так, какие-то подсказки у нас. Блин. Нам нужно чекпоинты. Что? Shift. Shift. Shift это ускорялочка у нас, хорошо. Так, а камера... Что-то там, не знаю, правый какой-то правый стик. Я не знаю, управление, в принципе, понятно. Это стрелки. Ой, блядь. Вы можете респавниться на оранжевых чекпоинтах. Ой-ой-ой. Траплинчик. Ой-ой-ой. Ах, не разбейся, блин. Так, давайте попробуем по этому проехаться. Опа. Хорошо. Управление, конечно, не очень такое привычное. Поэтому... Бля. Нет. Вы живы? Ура! Ребенок, держись! Ёптыть! Вы серьезно, пилы? Это офигенно. Ой! Охренеть! А что ему? А, камерой как? А, я респавнился. Ну ладно, хорошо, я камеру хотел покрутить, посмотреть, что там у кого отвалилось. Так, просто едем вперед. Есть! Мы смогли это! А, так, мы пока что... Мы не в непонятном месте, у нас то какая-то деревушка, то какие-то контейнеры здесь. Интересненько. Так. Ой, не надо, не падай, ёпту. Мы выберем, да, мы выбрались. Осторожненько, блин. Не очень, конечно, удобно, особенно на стрелках. Ёп твою мать. Ой-ой. Блин, что происходит? Нет, это все-таки какой-то инди-трэш просто. Так, пробел, чтобы... А, ну это... Стоп. Это как бы... Тормоз. Даже не тормоз, а... Опа! Как я проехал, ёпты. Не тормоз даже, а... Ручник, что ли? Ну как тут сказать? Headlight. А, фонарик. Отлично, на Z. А зачем он нам? Я и так все вижу. Оп, блядь, куда тебя заносит? О, полетели! Уи-ю-ху, блин, за яйки! А, нет, за ляжку все-таки. Ну ладно, давайте заново. Ну, я был близко к финишу, давайте еще раз попробуем на шифте. А шифтовать нужно нажимать именно или как? Ой, блин, нет! Фуф, я жив! Давай. О! А, нет, это еще не финиш, твою мать! Нам еще нужно ехать. Знаете, вот такие самодельные трассы мне просто напоминают какие-то рампы в GTA 5. Или ё-моё. Вот так вот. Так. При альфа у нас потом наша скорость показывается, передача, высота какая-то, что ли. И все. Так, slow down, все, притормози. Как выжить? В смысле, как выжить? Ой, блин! Я теперь понял, почему надо было притормозить. Ну, сына, пока. Там какие-то шарики на меня пулялись. Так, пробел. Тихо.
Вот, о-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 опа! Вот, ой, блядь, не, шариками пуляются еще. Тихо, тихо, блин, пацаны, ну тише, тише. Бля, сын один, ну сын, ну без сына тогда получится. Ура, я от сына избавился наконец-то. Так, start over, change track. Давайте меняем трек, давайте day at the park. День в парке. У нас вот семья Ченгов на загрузочном экране. Или как они называются? Не Ченги, а Янги. Ну, как, короче, азиатская какая-то семья, как я понимаю. Так, ну, как обычно, Джон и Джимми. Пока что другие персонажи у нас недоступны. Ну, потом с обновлениями их, конечно же, добавят. Так, куда нам? Направо. Неудобно поворачивать. Вот куда нам сейчас? А, куда-то вперед, по-моему. Вот смотрите, шифтовать, что? Да, шифтуется хорошо. Было 20 чем-то километров, стало 30. Точнее, не километров, а... Так. Тут другие измерения немного. А можно, кстати, в километрах поставить нормальную систему измерений, блин. Как-то тупо здесь сделано. Контроллер. Ой. Да, блин, почему же геймпад для PlayStation 4? Он вообще официально не поддерживается на ПК. Странно даже. Можно, конечно, на геймпаде мне было попробовать поиграться, но, блин, я уж раз сел на клавиатуру, буду на клавиатуре добивать это дело, все. По дворам каким-то едем. Еще куда-то, ой-ой. Ой, сына, осторожно. Это, блин, даже мне немножко напомнило Who's Your Daddy. Это, знаете, Who's Your Daddy через, допустим, ну сколько этому сыну лет? Сколько этому сыну? Сколько парнише лет? Ой! Сыну, сори. Ура! Снова мы избавились от сына нашего ненавистного и меняем мы трек. Снова. Day at the park with Saw. То есть то же самое, только с пилами. Охренеть. Джон и Джимми, как обычно. Поехали. То есть та же самая карта, только добавили они... Ой, бля! Ничего себе! Ничего себе, что делаете? Блин, козлы. Охренеть. Ой. Немножко это стопанул. Ладно, давайте еще раз. Пила, пила. Осторожно. Объезжаем их. Все. Нормально. Ой! Вы видели? Охренеть, кровь прям брызжет. Твою мать. Ёптель. Сын, ты нас прости, конечно, но... Да хватит брызгать-то, ты. Ладно, по папе еще не попало, блин. Это было бы очень опасно. Ладно, сыну-то не жалко. У нас, главное, есть папка, который еще сможет наделать таких же. Ой, это финиш. Слу победитель. Да, меняем трек. Так, Old Cabin Hill. Блин, я бы хотел поиграть за вот этого чувака, Эрла. Но не получится. Только пока что Джон и Джимми. Опа, что-то интересненькое намечается, наверное, а? Давайте посмотрим. 500 метров нам до финиша или... Получается, до финиша, это какой-то спуск. Hill Climb Racing мне напоминает. Это что-то... О, блядь, арбалет еще, что ли, автоматическое? Ёпта, сына! А, это у отца ноги нет, ёптель. Я надеюсь, я не успею стечь сильно кровью и смогу до финиша доехать. Блин, мрази. Сына, стреляйте, в меня не надо. Я по... Блин, две стрелы у меня уже под лопатками. Пиздец. Ура, я победил, блин. Ну, сына пока. Все, сына флажок забрал и уехал. Следующая карта у нас Warm Up. Хоу, чувствую, я будет эпичненько. Ну, давайте выбираем снова наших любименьких Джона и Джимми. И едем. Так... Теперь сюда. Отлично. На задний двор чей-то заехали. Опа. Оу. Йо-хо-хо. Тихо, держись. Равновесие держи. Блин. Ну ладно, хорошо. Так. Немножко развернуться. Так. Давай. А куда и куда ехать-то я не вижу. Блин, ну опять сына потеряли. Ну... Честное слово, зачем заводить сына? Что это, мины, что ли? Блин, а, давай, а что будет, если я наеду? О, блядь.
Это очень жестокая игра, я не рекомендую детям смотреть это. Хотя уже поздно, вы уже смотрите. О, мясо, 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 е. Льву Алексу из Мадагаскара понравилось бы. Помните, как он прямо... Ему снились эти кусочки мяса. Да хватит по мне пулять, у меня тут, блин, миновое какое-то поле прям. Бля. Так, направо, направо, направо. Я немножко пропустил поворот, но ничего страшного, думаю. Эх, да, нелегкая эта работа быть. Папани, о, ускорялочка здесь. Так. Так, сейчас развернусь немножечко. Давай. Опа, сразу, сразу. Пошло, пошло. На мины не наедь. Тихо, бля. Я говорю, на мины не наедь. Это там еще шарики пуляют. Ну, по сути, очень даже классная игра. Я не знаю, как вам, но мне так очень. Я прямо готов полное прохождение по этой игре заснять, если, конечно же, вам понравится. Я могу дальше, кстати, ехать. Я просто ломаю правила, ломаю игру. И все. Сын, я полетел. Ну ладно. Вот сюда. Юху! I believe I can fly. I believe I could touch the sky. А что будет со мной? Ну ладно. Поехали дальше. Чапл Хилл. Чапл. Чапл, наверное, да? Чапл. Сколько мин. Я не знаю, что здесь будет сегодня у нас. Ой, в смысле, Редди, блин, ой. Бля, бля, мин. Серьезно, столько мин? Жесть, это же полная жесть. Это, ребята, вот... Ой, блин. Вот смотрели вы голодные игры. Вы играли голодные даже игры в Майнкрафте там. Вы играли выживалки различные. The Forest, хватит меня пулять. Вот забудь, вот вспомнили, да? Забудьте это, забудьте. Охренеть, это просто жесть. Это намного жестче, чем все, что я перечислил выше. Серьезно, блин. Тихо, тихо, тихо. Я кое-как, кое-как здесь, блин, справляюсь, блядь. А нас, надеюсь, из арбалета не могут убить. Так, так, Фу, это было жестко, это было дико жестко. Это самая, блин, жесткая игра. Happy Wheels рядом не стоял. Вот игра Пила тоже рядом не стояла. Да ничто рядом тут не стояло. Это самая жестокая игра 2016, точнее, 2К16. Серьезно. Все, мы выиграли. Ес, сынок, блядь. Ну, мы выиграли, ес. Давайте сегодня на последнюю карту на сегодня, потому что их и так мало. Это будет Whiplash. Там еще уровень сложности есть. Ну, если вам понравится, то вы, конечно же, ставите большие пальцы вверх и пишите комментарии прямо сейчас, да? И тогда я выпускаю вторую часть. Но пока что только первая. Потому что если вам не понравится, это будет очень обидно. Так, подсказка. Попробуйте Battle Rowing в воздухе. Почему я поворачиваюсь? AD. Ага, AD. Хорошо. Опа. Ускорялочки. Ой, 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 бля. Ну, понятно, теперь опилу там. Хорошо, давайте еще раз попробуем. Опа. Ускорялочка. Еще. Еще. А чё в воздухе там сказали попробовать что-то? Вот, а, вот такие штуки, вот такие. О, яйками ударился. В красных мокасинах, папа. А, нет, это кровь. Поехали. Это не красные мокасины, это красная кровь. Так, ускоряемся. О, какой я маневренный. О, 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 ой, е. Охренеть. Так, тихо. Чё ща будет? Чё ща будет? А во, во, вот это нам надо. Бля, я теперь понял, для чего это надо, но я не успеваю. Хорошо, немного я здесь поиграл уже, и теперь немного такой приноровился к управлению. Йоу-воу-воу-воу-воу. Ну какого чёрта? Так. Сейчас надо, главное, осторожно управлять стрелочками. Вот просто как Белоснежка. Давай, 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 нет. Фонарный столб, е-мать его.
Етить, колотить. Почему нельзя подпрыгивать вот в воздух? Давай, давай, я знаю. Да. Давай, сразу. Вот да! Нет, твою мать. Мы почти смогли. А самое сложное, что здесь нет чекпоинтов. То есть, я даже не уверен, сможем ли мы пройти в этот раз карту. Хотя, вот я успел подглядеть, что сложность там легкая. Бля. Еще раз. Сложность легкая. Поэтому не должно, в принципе, составить особого труда. Да, нормально. Вот самое, блин, обидное, что я не могу нормально управлять. Нет. Вот прямо можешь? Прямо, да. Не туда! Прикольная игрушка, прикольная. Мне нравится. Вот был бы здесь кооператив, вот угорали бы с ребятами. Но нет. Блин, лошара. Хотя бы вот этих, блин... Болгарок не было, или что это такое? Ну, пилы обычные, да? Хотя бы их бы не было. Немножко вот туда, не туда, вот туда, блин. Твою мать. Ну, давайте последний раз пробуем. Не получается, все. Можете ставить дизлайки. Но я действительно не могу, попробуйте сами. Ай. Ну, ладно. Ну, что ж, все-таки я закончу на этом, ребята. С вами был я, Slow, и эта игра, которая называлась... Нет, это не Who's Your Daddy. О, вот так можно, вот так можно. А вот можно как-то передний вид? О, мы можем наклоняться. О, Z, фонарик. Во. Прям вообще, вот кайф, давай. Вот так, на превьюшку, давай, сыном. Все, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, Slow, Джимми, Джон и еще кто-то там. Ну все, ребята, все в ваших руках. Хотите вторую серию, продолжение, чтобы я все это дело прошел? Вы знаете, что делать. Лайк, подписка, и будет все зашибись. Да, рифмовать уже не буду. Все, всем удачи, увидимся. Всем пока-пока.